сказка про мальчиша Кибальчиша и правда про мальчиша Плохиша. А ты что тут делаешь? Я. Ну давай отсюда. Я греюсь, я тут, товарищ. Товарищи, не дайте замерзнуть ветерану. Свободны, свободны. Спасибо, товарищ. Боже мой, неужели мальчиш Плохиш? Нет! Это я! А вы кто такой? Чего не узнал? Присмотрись. Неужели мальчишки-мальчиш? Узнал, предатель. Напомнишь, как ты меня и наше дело проклятым буржуинам за бочку варенья и пачку печенья предал? Ой, что вспоминать-то, что вспоминать? Давно кончилось и то варенье, и то печенье. И те буржуины. А ты-то как? Я думал, что тебя от того. Я никого за варенье не предавал. Ну ты что, книжку не читал? Нет! Ну как же? Летят самолеты! Привет, мальчишу! Плывут пароходы! Привет! Мальчишу! Как так? Почему? Да потому что это мои пароходы и мои самолеты. Понял? Продешевил ты, парень. А ну шел отсюда. Товарищ да мальчиш! Товарищ мальчиш! Предатель! Фу!